Шымкенте проходит 8-й международный турнир Гран-при Южно-Казахстанской области и открытый чемпионат города Шымкента по стрельбе из лука. В соревнованиях принимает участие более 100 человек из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Марафон такой будет, что М1 в один день, то есть они утром с 9 начнут и после обеда с 2 до 7 будем стрелять. Конечно, это уже идет спортсменам тяжеловато будет, но кто сильнейший, там и выявится. Шымкентская лучница Луиза Саидова на прошлом турнире, выбив 1307 очков, показала лучший результат по стрельбе из лука и удостоилась звания мастера спорта международного класса. А на открытии 8-го турнира получила долгожданное удостоверение. В этом турнире борьба за первое место будет нелегкой, но Луизу это нисколько не пугает. Соперники довольно сильные, не могу сказать, что они слабые, и не могу даже сказать, что невозможно их недооценивать. Все абсолютно одинаковые. Боремся, стараемся. Соревнования продлятся 6 дней. Итоги будут известны 4 июня.